Якутская студия Polygonium занимается разработкой гиперказуальных игр «Алаз» и «Харон». Суть игры «Алаз» заключается в том, чтобы игрок помог главному герою создать свою большую ферму, добывая ресурсы для построек. Также параллельно командой разрабатывается игра «Харон», где главный персонаж должен сражаться с монстром с помощью оружия. Отметим, гиперказуальные игры не имеют возрастных ограничений, они легкие, понятные и доступные. Якутия в области развития креативных индустрий занимает лидирующие позиции. Президент страны Владимир Путин поставил задачу разработать всероссийский стандарт креативной индустрии на примере региона. Над игрой мы уже работаем где-то полгода примерно. И сейчас у нас в команде 4 человека. 4 человека. Вот. Постоянно у нас состав как бы, ну, есть уже. И сейчас мы делаем как бы упор на то, чтобы закончить игру. Да, вот в этом году постараемся закончить.